Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гея. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере на Roleplay Центральный Округ. Мы здесь Кирилл Подбулови, не забывайте вводить мне регистрации. Итак, чуваки, сегодня снова серичка. И сегодня я решил пофаниться на дерби. А именно, я хочу купить бомбы, там шипы и как-то пофаниться с другими игроками. Я думаю, это будет очень круто, поэтому, пацаны, с вас обязательно лайки и подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ну что ж, погнали. Итак, вот я уже, в принципе, подлетаю к дерби, но перед этим надо пахать, потому что у меня сытности очень мало. Сейчас заскочим, тут как раз есть у нас столовая, блин, что-то лаги жесткие, жесткие лаги, FPS, живи просто. Ну, это всегда такая тема, происходит на бу-рынке, на Б точнее, поэтому это нормально. Это, пацаны, совершенно нормально. Все, погнали похаваем, вертолет я бросаю, потому что он нам, в принципе, не пригодится, я думаю. Надо будет еще банк заскочить, на поплатить налоги, обязательно нужно оплатить налоги, чтобы мой домик не слетел. Так, давайте купить, покушать. Все, сытность у нас получается полная. Теперь можно идти и пофаниться на дерби. Попробуем в толпу заехать и бомбу туда закинуть. Мне кажется, это будет очень интересно и угарненько. Поэтому, пацаны, с вас повторюсь, опять на лайки. Так, давайте подбегаем и давайте выбираем войти. Так, 9 участников всего. Ну, как-то маловато. Ну ладно, давайте залетаем. На Капиндосе будем гонять. Я уже хочу эту газель купить, но что-то времени нету, чтобы подкопить эти очки, и все не так просто, по сути, да? Так, нам нужен магазинчик. Он находится, по-моему, вон там. Да? Людей как бы мало, но не знаю, шансы увеличиваются, когда людей мало или наоборот. Я просто не знаю. Я этого еще не понял. Хорошо, когда мало людей или... Вон, флаг, флаг, флаг. Так, стопе, стопе, стопе. А, ну, механик. Вот машина механика, пацаны, это пиздец на самом деле. Так, давайте заезжаем. Динамит, я думаю, купим обязательно. Так, полоса с шипами, это не так интересно. Давайте купим раз, купим два, купим три. Три штуки, я думаю, хватит. Полоса с шипами, ну, можно купить. Давайте две штуки я куплю. Все, купил. Так, комплект... Нет, это ничего надо нам, в принципе, нитро тоже не нужно. Все, три штучки, все заебись, бомба и так далее, все есть. Поэтому можно ехать и наказывать людей, так сказать. Так, давайте, пацаны, проезжайте. Я вам не буду мешать и буду сейчас вас нахрен скидывать. Так, ушел сюда дядя, ебать. Че, ебать, попутал? Ну, кищ, кищ. Эшкеря, блядь, давай, текай. Текай, тебе пизда быстрее. Может, ты проедешь, дружище? Тебе проще в воду упасть, мне кажется, чем мне дорогу перегораждать. И все-таки он упал. Ну ладно, в принципе, не важно. Просто мне нужно было проехать сюда. Будем сейчас чекать, где флаг находится. Так, давайте я карту открою, чтобы не было видно. Так, вон там флаг. Блять, я случайно бомбу использовал. Ну такое. Ладно, ничего страшного. Запомнишь, у нас там бомба. Просто минус одна бомба. Просто так, пацаны. Надо в толпу, именно когда будет какая-то заваруха, залететь в толпу и просто. Вон флаг, 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 флаг. Так, дядя, ебать. Нихуя себе. Бля, мне кажется, они в АФК уходят. Реально, не... он меня протаранил, как будто меня там не было, понимаете? Ну такое себе, конечно. Блять, из-за того, что все лагают, я просто упал, понимаете? Там наверху был флаг, я почти его взял просто. Блять, давай ТП-хами наверх. Давай. Давай, пожалуйста, наверх, наверх. Ну, наверх, блядь, ну пиздец. Там наверху флаг, понимаете, есть. Давай, наверх. Ну, почти, ладно. Давайте пробуем сейчас назад сдать. Вон, я его вижу. Все, чувак его взял. Охуенно просто. Ну, блядь, хуй ты оттуда уедешь, дядя. Стопэ, нахуй. Так, а вот и заваруха, пацаны. Че, пацаны, давайте бомбу. Ебать, механик полетел. Извини, дядя, но не судьба тебе, короче. Еще один минус механик. Извини, дружище, но ты должен упасть. Давай, 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 давай. Ебой. Давай флаг на базу, блядь. Обратно давай. Где он появился? Ахуй его. Знает, да? А где он появился в натуре? Где он? Я его не вижу. Алло. А где флаг? Показывается, что типа вон там, да? Серьезно? Блять, вон он в натуре. Так, заднюю. Как форсажи, блядь, учили нахуй. Блядь, вот, сука, гандон. Ебать, я сальтуху навернул. Красавчик, ебать, нахуй вот сюда, блядь, слышь, дядя. Блядь. Ну ладно, в принципе, не важно, пацаны. Это нормально. Чисто фанимся. Сегодня чисто фановая серичка, пацаны, если что. Не, вот эту тачку, пацаны, хуй скинешь, реально. Вот реально хер ее скинешь просто. Это, конечно, бесполезно. Бесполезно. Если они сами упадут, это реально повезет, потому что их невозможно толком взять. Ну, точнее, столкнуть. О, чувак с флагом упал. Так, флаг, флаг, флаг. И пошел нахуй отсюда, гандон. Пошел отсюда нахер, я сказал. Дядя, кищ. Что, застрял, ебать? Я тебе помогу. Только не в том смысле. Давай. Блять, нет, нет, нет. Ладно, неважно, в принципе. Я почти шел к успеху. Опача. Флажочек, спасибо, не ожидал, ебать. Так, и куда его нужно будет отвезти? Окей, поехали. Так, давайте, я не знаю, где проедем. У меня, в принципе, есть бомба, поэтому, по сути, переживать нам не стоит. Так, спускаемся спокойно вот сюда. Поворачиваем. И там стоит какой-то гандон. Окей, ну я тебя столкну, поэтому ты мне не помешаешь, дружище. Поэтому, так, давай. Ну, чё, ебанулся, дядя? Хыдыш, нахуй. Блять, нет! Да ну нахер, почему? Бомбу нажал, в итоге сам на ней подорвался, блядь. Охуенно просто. Вот это я понимаю просто. Кирилл, блядь, самый охуенный участник дерби, блядь. Просто надо написать, блядь, флаг! Флаг, 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 флаг. Ладно, попробуй, как этот чувак. Оп, почти.
Почти получилось. Так, у нас еще комборьба. И я победил. Прощай, дружище. Чуваку дали мут, причина неадекватна. Ну, бывает что, нормальная ситуация. Ой, ебать, все, пацаны, боевая классика, ебать. Минус бампер. А что тонировка по бокам есть, а сбоку нету? Ой, точнее, спереди, сзади нету, по бокам есть. Да, сейчас бы рассматривать свою машину, когда все за флагом маняются. Ну. Опачки, папочка здесь, ебать. Спасибо за флаг. Не ожидал, ебать, приятно. Так, куда его надо вести, я не вижу. Так, как мне теперь наверх попасть? Вот в чем проблема. Вот в чем проблемка. Небольшая у нас получается, да? Ага, на серединку надо его попасть. Ну, сейчас попробуем, ебать. Пидора! Просто гандон, блядь, с большой буквы отвечаю. Я просто его не видел. Эти, блядь, они лагают, реально, они просто лагают. Поэтому надо телепортироваться наверх. Я, блядь, сказал наверх. Вот, пацаны, вон, сейчас по ногой просто наверх. Наверх просто, блядь. Сука, плохой из меня ванха, блядь, конечно. Так, сейчас будет бабах, пацаны. На-на, блядь. Дядя, ебать, стопэ, нах. Стопэ, блядь. Опа. А какого хуя? Ну такое. Минус шипы, просто минус 3 бомбы. Потому что, блядь, сервак лагает. Видите, из-за того, что лагает, я не могу нормально бомбы использовать и шипы. Просто замечательно. Минус 200 очков просто в никуда. Реально, просто. Ебать, я чуть не обосрался, нахуй. Так, сейчас чувак опускается, и я его столкнул. Соболев, ебать, спускайся, нахуй. Вот видите, у него фамилия Соболев. Опа, очки. Здрасте, ебать. Опа, попался, сучонок. Иди сюда, блядь. Видите, я его по таймингу чисто поймал, ебать. И пошел нахуй отсюда, дядька, ебать. Пошел нахер отсюда. Кищ нахуй. Бля, почти его столкнул. Давай, иди отсюда нахуй. Че, не получается выехать, ебать? Это ты зря, ебать, сюда прыгнул, дядя. Тоби пизда, бля, все. Попал в капкан, нахуй. Это я понимаю, пацаны. Берите капиндос, ебать. Охуенная машина. Ну, лучше, конечно, газель, но капиндос тоже неплохой. Пацаны, они там целуются, смотрите. О, влюбленная парочка. Давайте я вам помогу, ебать. На-на, нахуй. Let's go просто. Давай, ебать. Кыш нахуй отсюда. До хрена времени, давайте, ебать, вот так вот нахуй. Блять, почти получилось. Я хотел типа его столкнуть в воздухе. Пацаны, тут борьба, ебать. Борьба, пацаны, борьба. Опа, красавчик, надо было его сбить. Он мне, конечно, бля, хозяин меня толкнет, пацаны, ебать. Ну, копейка тоже неплохо смотрится, согласитесь. Давай, ебать, на нахуй. Что, не получилось, ебать? Давай, столкни меня в воду, давайте ему поддадимся. Давай, 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 давай. Давай, малыш. Давай, давай, давай. Ты можешь, давай, поверь в себя. А, наебал. Опачки, блядь, почти нахуй, блин. Ух, ебать, чувак на махине выехал. Ёбаный в рот. Это жестко уже. Давай, 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 ебать. Хуярь его, хуярь. Давай, я вам помогу, блядь. Не получилось. Не получилось, блядь. Ну что ж, пацаны, я думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside.